Стартовало предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборах в сентябре 2021 года. Основной формой проведения стало электронное голосование. Оно проходит с 24 по 30 мая. Я думаю, это очень удобно для избирателей, для тех, кто принимает участие в предварительном голосовании, поскольку в электронном виде можно, сев за компьютер, проголосовать за того или иного участника этого голосования. Большой выбор молодых людей, которые, думаю, плещут свежими идеями и будут продвигать интересы нашего Одинцовского округа и в Московской областной думе, и в Государственной думе, и будут являться достойными кандидатами в депутаты. В Одинцовском округе с 9 до 20 часов работает 41 центр компьютерной помощи. Волонтеры готовы помочь выборщикам с регистрацией для участия в предварительном голосовании. Участие в предварительном голосовании позволяет как кандидатам, так и избирателям на начальном этапе прощупать свои силы, свои возможности с точки зрения кандидатов, и жителям познакомиться с теми людьми, кто изъявил желание войти в новый политический круг, и помочь определиться тем, кто действительно заслуживает поддержки на вот этом предварительном этапе. От этого выбора зависит наше будущее. И очень важно, что любой человек может проголосовать либо онлайн через госуслуги, либо прийти непосредственно на избирательный участок. По этим результатам партия выберет именно наиболее достойных людей. Желающие проголосовать очно смогут сделать это 30 мая с 8 до 20 часов в помещениях участковых счетных комиссий. В муниципалитете организовано 35 узков. Каждый желающий может отдать свой голос за выбранного им кандидата в комиссии, к которой прикреплен адрес регистрации выборщика. Место расположения своей участковой счетной комиссии можно уточнить в местном отделении партии «Единая Россия».